4 февраля по инициативе президента Французской республики Эммануэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Risk it all, but I think it was important to have this. We had very good achievements and very good discussions at that time, and it's important on all the different items to follow up today.